Здравствуйте, мои дорогие! В эфире «Солнечная Индия». Меня зовут Людмила, и я приглашаю вас в гости на канал «Индия, какую вы не видели». Здравствуйте! Сейчас я иду на пуджу. Сегодня бенгальская лакшми пуджа. Поэтому я сегодня в таком красном, красно-желтом, как светофор. Вот такую приклеила себе тикка. Вот такой у меня. Кстати, у меня на... Ой, чтобы на Гуче. Гуче, он спит. Он уже наелся и спит. Вот такой у меня прикид. Желтые леггинсы. И такое красное платье у меня. Лакшми пуджа — это пуджа для богини богатства. У всех индийцев обычно отмечают на Дивали. А у нас, у бенгальцев, вот сегодня. Поэтому сегодня идем. Причем сегодня ночью. Сегодня и завтра тоже. Как бы вот у нас мы идем сейчас к сестре. Вот, а завтра поедем к брату. У них завтра будет пуджа. Вот так. Я не знаю, буду я снимать или не буду. В общем, я посмотрю, как получится. Это у меня... Кстати, у меня на заставке на моей. Я в этом как раз костюме. Так, да, я темная такая, прям с этой краской. Не знаю, попрошу Сюзанну поискать еще в Бомбее, чтобы как-то осветлиться, потому что вот, ну, нехорошо мне с такой. Я вот сливаюсь со всем интерьером, и такие волосы мне не очень нравятся. Ну, а вы как думаете? Так, вот мы выходим. Я не знаю, почему сегодня даже в храме будут ночью вот есть просад, вот кичури. Что мне это? Что-то я у висков сильно защемила свои эти, какой-то волос у меня получается. Субрат там он закрывает. Сейчас мы сядем в машину, и Субрат объяснит, почему ночью празднуют эту пуджу. В машине темно, поэтому не показываю нас. Сейчас, может быть, вон Субрат. Как раз темно. Переключу сюда. И немножко вам. Это вот наша спортивная площадка, там мальчишки играют. Я сейчас... Субрат, почему вот сегодня ночью нужно отмечать? И почему сегодня у сестры... Сегодня ночью нет. А это что? Все зависит от... Когда у тебя будет полная луна. Пурнима, да. Пурнима, ты это все не понимаешь, что ли? Понимаю. Когда пурнима, вот тогда и будет этот праздник. Понятно. А поэтому пурнима начинается где-то без 15:08. Начинается и заканчивается будет завтра 17:30. Вот между ними ты можешь сегодня даже... Любое время даже люди делают ночью 11, 12, 2 часа, вот так. Кого как время. Понятно. А в темпл, ну в мандирах? Мандирах, если брат, пандит есть, священник есть, то можно после 8 часов любое время. Но это священника приглашают на дом, он проводит пуджу, потом идет. Священник можно, но это потому что это в каждом доме делается этот праздник. И поэтому таких священник много не находится. Поэтому люди, хозяины, сами тоже могут делать вот этот пуджу. Хозяин, да, вот если брахманы, ты, например, тоже мог бы сделать, если бы умел, да? Я не хочу. Причем тут умели или не умели. Я могу сделать, но я же не занимаюсь этим. Ну, понятно. Вот. А вот... поэтому ты говоришь сегодня после 8 и завтра до скольки? До 17:30 ты говоришь? Да. Вот, и завтра до 17:30 можно сделать эту пуджу. Вот, и поэтому брат, ну, в семье там, где вот в отчим доме, так сказать, у них там будет завтра пуджа в 4 часа, ты сказал, да? То есть не ночью. Понятно. А почему они сегодня не делают?
Священника нету. Священник говорит, что 12 часов ночью приду. Понятно. А кто, кому это надо? Священник занят, а они же там постятся, во-первых, до этого времени. Ну, вот сами хозяйки. Вот. И представляете, он говорит, я только свободен, ну, то буду после 11. Нет, свободен. Вот. После 11 буду свободен, поэтому куда они его? Не представляете, сколько ждать. Потом, ну, там же они приглашают на пуджи тоже, там гостей, там каких-то соседей, друзей, родственников. Вот. И, конечно же, они в 11 часов это не будут эту пуджу делать. Тем более, пока эта пуджа проведется, уже будет 12 часов. Кто там будет после 12 этим заниматься? Так, тут у нас дорога. Я вам показывала недавно, когда я ездила в Beauty Parlor. Там у нас расширялась дорога. Вот они дорогу уже расширили, только еще не сделали. Ну, как бы тут расчистили все. И видите, почему тут так темно? Убрали все столбы с электричеством, потому что так как дорога расширяется, столбы же не будут посреди дороги гореть. Вот они там будут потом устанавливать еще электричество. Вот. И вот поэтому я говорю, брата, завтра до 4 часов нам, в смысле в 4 часа нам нужно туда поехать. Ну вот и все. Пока отключаюсь. А вы едете? У сестры комната для молитв наверху, на втором этаже. Но так как многие пожилые уже люди, они не пойдут туда подниматься, не будут. Поэтому решили сделать вот в зале внизу. И поэтому вся мебель отсюда была вынесена. На этом месте вот они расположили вот это вот дары Богу. Это все фрукты. Там какое-то количество определенное должно быть фруктов и сладостей. А также будет, это называется фол просад, то есть просад там, где фрукты. Вот уже сидят женщины. Это вот директор школы, в той, которой работает моя племянница. Посмотрите, какая она красивая. Вот посмотрите, это вот моя, получается, внучка. Внучатая племянница, вот у нее на ногах. Это называется Альта. У нее сегодня был dance competition. Вот, и она сейчас, я вам вставлю сюда фотографии. Вот такая красивая у меня внучатая племянница. Она чем-то похожа даже на Сюзанну. Сюзанна, она преподаватель танцев, открыла школу танцев. И у нее уже много таких небольших филиалов в каждом почти районе города. Туда она поставила своих учеников. И вот одна из ее учениц преподает как раз вот моей внучатой племяннице. А Сюзанна вот училась прямо вот у хозяйки этой школы. И хочу напомнить, что Сюзанна по классическому танцу заняла 2-е место в Индии. Ну а дочка племянницы пока сейчас проходит какой-то фестиваль у нас в Билай. Вот она сегодня выступала, и еще неизвестны результаты. Я вам ставлю фотографии, но потом я узнала, что оказывается есть и видео, и попросила видео в конце этого. После фотографии я поставлю обязательно вам видео с ее танцем. Естественно, музыка будет изменена, иначе YouTube просто не пропустит. Очень жаль, но с оригинальной музыкой это выглядит гораздо эффектнее. We'll be right back.
Так как священник опаздывает, то продолжение вы увидите в следующий раз. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца. Не забыли поставить лайки и написать мне комментарии. А если вы еще не подписаны, подпишитесь, пожалуйста. Желаю вам всем мира, здоровья, благополучия.